Республиканский гражданский форум открылся в Саранске. Это ежегодное мероприятие, на которое собираются представители общественных организаций Мордовии и обсуждают проблемы различных групп населения. Это, по сути, открытый диалог между властью и людьми. В этом году гражданский форум посвящен десятилетию образования Общественной палаты Мордовии. Насколько он состоялся, расскажет Людмила Кусерова. Участники республиканского гражданского форума начали собираться в оперном театре задолго до начала самого мероприятия. Спортсмены, инвалиды, предприниматели, представители различных религиозных конфессий и у всех свои вопросы и наболевшие темы. Развитие молодежного движения, во-первых, как у нас в республике Мордовия, чтобы как бы к молодежи было как бы такое особое отношение, потому что как бы мы будущее России. Ну и узнать ну, как бы, на вопрос такие, как бы, что вообще нас как бы, впереди ждет, какие как бы, перспективы. Развитие проекта свои. Главный гость республиканского форума Владимир Волков. То, что глава Мордовии регулярно посещает такие встречи, означает, что он интересуется проблемами общественности. Если у какой-либо организации не получается самостоятельно решить тот или иной вопрос, то высшая региональная власть готова прийти на помощь. В гражданском обществе заложен огромный потенциал движения вперед. Предложено руководством страны модернизация российского общества, технологическая, социальная, политическая, невозможно без активного гражданского участия, расширения взаимодействия власти и общества. Чтобы народные проблемы решались эффективно, в республике 10 лет назад была создана общественная палата. Ее уникальность в том, что только в Мордовии членство в организации имеют представители различных политических партий. В своей речи, обращенной к участникам форума, Владимир Волков отметил, независимо от политических убеждений, задача каждого общественника – сделать гражданский мир в Мордовии и России лучше и стабильнее. И безусловно, это невозможно. Без согласия добиться, без согласия в обществе. Чтобы все силы, власть, общественные организации, партии, имея, может быть, различные взгляды на развитие общества, работали над одной проблемой – улучшение жизни людей в той республике, где мы с вами работаем и живем. Своего представителя с докладом к трибуне командировала каждая республиканская общественная организация. Не только те, кто находится в Саранске. Районные отделения говорили о своей работе. Результатом такой встречи каждый год становится отчет, который через средства массовой информации доводится до общественности. Этот форум не станет исключением. Людмила Кусерова, Григорий Денисов. Наши новости.